Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. И сегодня мы поговорим о достижениях в Чумных Каскадах для выполнения мета достижения «Слава Герою Темных Земель». Всего в Чумных Каскадах три достижения. И первое достижение нам нужно делать по прохождению абсолютно всего подземелья. Суть в том, то, что нам нужно убивать абсолютно всех боссов, находясь под дебафом Чумной Труп. Чтобы получить этот дебаф, нам нужно стоять в зеленой жиже, в зеленой слизи, и накопить 10 ее эффектов. В тот момент, когда мы накопим 10 эффектов, мы получим дебаф Чумной Труп, который длится 2 минуты. Именно под этим дебафом нужно убивать босса. Получили дебаф, убили босса. Получили дебаф, убили босса. Получили дебаф, убили босса. Получили дебаф на ласте. Пробежали, ускорились от Варлока. И получили достижение. При убийстве всех 4 боссов под дебафом Чумной Труп, мы получим достижение Осклизлая Вечеринка. Второе достижение, которое нам нужно выполнить в этом подземелье, называется «Осклизлая пища». Делается на первом боссе. Суть довольно-таки проста. Нам нужно провести босса по слизи, которая нейтральна к нам. Эта слизь грипается, станется, и это может быть полезно в тот момент, когда вы хотите сделать достижение чуточку быстрее, потому что босс — любитель покастовать, любитель постоять на месте, и если перегрипать абсолютно всю эту слизь, то достижение сделается быстрее. Три слизи спавнятся в разных местах. В тот момент, когда мы скармливаем эту желтую слизь боссу, прогресс в нашем достижении продвигается. И вместо красных полосочек в достижении мы видим полосочки белого цвета. Скормив абсолютно все три слизи, проведя босса по всей платформе, мы спокойно его убиваем, но также не забываем про первое достижение. Для того, чтобы получить достижение больше заразы, нам нужно взаимодействовать с фиолетовой колбой, которая находится на столе на платформе с доктором Икусом. В тот момент, когда мы берем фиолетовую колбу, нам дается 10 секунд на то, чтобы закинуть ее в зеленый котел. Зеленый котел, после того, как мы в него закидываем фиолетовую колбу, превращается в фиолетовый котел. И немножко проходит секунд, происходит химическая реакция, и из этого фиолетового котла появляется та же самая фиолетовая колба. Эту колбу нужно нести к следующим котлам. Таким образом, перед тем, как мы начнем битву с боссом, нужно добиться того, чтобы абсолютно все 4 котла были фиолетовыми. Как только мы сделаем это, мы можем начать бой с боссом. В тот момент, когда происходит битва с боссом, он периодически призывает капли. И нам нужно дождаться того момента, когда будут вызваны нестабильные чумные бомбы. Это слизни, которые делают долгий-долгий каст, и эти слизни будут фиолетовыми. Нам нужно убить парочку таких слизней для того, чтобы получить достижение. Ну и также мы не забываем про самое-самое первое достижение, а именно Осклизлая Вечеринка. Вот и все, все три достижения получены, и мы можем уходить из этого подземелья. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании и удачи в получении достижений. До скорого!